Анжи сыграет в гостях против Форте. Матч пройдет в рамках 33-го тура первенства ПФЛ в Таганроге 9 июня. Это их последний выездной матч в текущем сезоне. Команды – соседи по турнирной таблице. Махачкалинцы занимают 6-е место в таблице, а их соперник – 7-е. Отметим, Анжи победил в последних 3 играх. Футболисты дагестанской команды отправили в ворота соперников 13 забитых мячей, при этом пропустив всего 3 гола.